совсем не такой хищник. Однако тоже опасный. Иначе зачем бы ты с собой носила этот противолистный баллончик? Да, я еще во время нашей первой встречи его заметил. Слушай, я все хочу спросить. Ты что, боишься меня? Боишься, что могу спятить? Или озвереть? И что в один момент возьму и... сожру! Так и думал. А ведь казалось, наконец кто-то в меня поверил.